Шукаю тебе, шукаю тебе. Сейчас закончился этот последний наш час молитвы и вдохновления. Мы разъезжаемся, буквально через полчаса или час мы должны покинуть гостиницу. Это было благословенным временем, реально таким чувством, что мы были наполнены Божьим присутствием, пониманием Божьего отдыха, особенно местописание, которое говорит о том, что Иешуа говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». И слово «труждающиеся» – те, кто работает тяжело и работает, не покладая рук. Это время как раз вот те, кто служит, те, кто несет ответственность, те, кто трудится на небе Божьей. Иешуа говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Если вы не пришли к нему, вы не получите покой. То есть шаббат является тем вознаграждением покоя от Господа. Поэтому, друзья, это откровение, пускай остается с вами. Нам необходимо иметь время уединения, молитвы, отношения с Богом, с семьей, и чтобы этот отдых был пропорциональный нашей работе. Не имеется в виду по времени, а вдохновение. То есть хотя бы один день иметь для себя отдыхом, шаббата. Друзья, надо делать правильные вещи.